А в Турции перевернулся автобус с детьми из Грузии, участниками ансамбля «Лампари». 36 человек получили травмы. ДТП произошло на трассе рядом с городом Гирисун. У автобуса лопнуло колесо, и он сначала врезался на большой скорости в столб, а затем опрокинулся. Водитель автобуса утверждает, что пытался обогнать машину, которая выскочила ему навстречу.